ваш, да? Да, здесь мне надо будет подпись ваша. Бочер, хозяйственные принадлежности, хозяйственные мыло, они должны быть в отдельном, да, пакете? Да, они должны быть. Должны быть в отдельном пакете. Значит, это мука, это масло, вот это хозяйственное. Сейчас я посмотрю. Конечно, конечно. Вот мыло. Хорошо, давайте тогда. У меня наличными, это мой экземпляр. Да, 6239. Вот, пожалуйста. Не надо, это без сдачи. О, благодарю вас. Благодарю. Что они у вас? Это на третий, да? Я расписалась. Это значит ваша шмакля. Ручка, ручка. Ваша ручка. Спасибо вам большое. Вам спасибо за заказ. Всего доброго. До свидания. Захлопните, я там потом закрою. Алло? Да. Ой, здравствуйте. Как мои дела? Ну, можно сказать, практически великолепно. Вот получила заказ из магазина «Многомарт». Да.